Народные избранники, работники администрации и активные граждане вошли в школу молодого депутата. Два дня перед участниками проекта будут выступать председатель и депутаты областного заксобрания, глава избиркома, заместитель министров, главы районов и сельских поселений. Дискуссии посвятят стратегии развития региона, эффективному взаимодействию с избирателями, тонкостями правотворчества и нормативного регулирования работы депутатов. Школа молодых депутатов – это очень хорошая площадка обмена мнениями, обмена опытом и, самое главное, получения ресурса для развития. Именно таким образом мы и видим школу молодых депутатов. Работать депутатом несколько лет. Принять участие в таком мероприятии значимом нельзя, то есть не принять участие, потому что я считаю, что оно пойдет всем на пользу. И на такие мероприятия, встречи нужно ездить, так как лекторы с большим багажом знаний, которые поделятся с удовольствием, и нам в дальнейшем в нашей работе это все пригодится и будет только на пользу. После обучения выдадут сертификаты об окончании школы молодого депутата.